Ну и да, у нас как бы по времени, мы сейчас будем как бы завершать концертную программу, но мы еще не расходимся, еще у нас там еще есть второй зал. Да, но перед тем, как выйдет следующая исполнительница, я хочу рассказать, как мы с Аней пока, когда вот снимали, искали локации, где что снимать, я говорю, есть такое замечательное помещение, здание, где можно очень красиво сделать съемочки. Ну, у нас тогда уже была актриса, я ее ни разу не видел, но Аня уже договаривала, что будет у нас играть одна женщина, какая-то актриса. Вот, не помню, я даже фамилию Ваня говорил. А когда мы приехали в ресторан к Жоржу Лучалу, там действительно замок вы видели, да? И потом я говорю, слушай, а что мы будем ждать ту женщину, если вот можешь Жоржу попросить? Они говорят, да, давай поговорим с ней. И вот Жоржу предложили сняться, ну, извините, я даже не представляю, что какая-то другая женщина будет играть эту роль. Да. И Жужа, да, в фильме так получилось, что не получилось сделать озвучку именно Жужиным голосом, озвучила другая женщина, тоже наша очень хорошая знакомая, Лариса Штанько. И вот я вначале, когда начали уже озвучивать, я смотрю, ну не подходит, вот что-то мне не нравилось. А потом прошло время, что я слышу, ну это Жужин голос, то есть... Уже сейчас смотрим, как будто, я не знаю, Жужа, по-моему, сама подлещет. Мне кажется, что так гармонично. Да, и очень замечательно все получилось. И вот они даже на первой премьере, когда у нас была, они там только познакомились. Хотя уже фильм уже был готов. Ну что ж, не буду всех томить. Жужа, ждем тебя. Конечно, мне очень приятно, что мне ребята пригласили в этот фильм. И я снялась. Спасибо большое Анечке и Вите. Фактически все как бы происходило на наших глазах. И я видела, с каким энтузиазмом, с таким рвением и от такой души все это было сделано. Они болели за все это, и слава Богу, все получилось. Спасибо. Я думаю, что это начало хороших, больших, грандиозных проектов. Потому что именно у таких творческих людей рождаются настоящие вещи. Так? Можно? Спасибо. Голубчик рассушу, дай на ручку гляну. Я и правды не скажу, дай врать не стану. На руке привели лепестками лилии. Это жизнь, а это я, а это ты, судьба моя. Чего быть по линиям, все покрыто инеем. Но это жизнь, а это я, а это ты, судьба моя. Ай, ле-ле-ле. Ай, ле, 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 ай, ле, 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 ай, ле, 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 ай, ле, 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 ай, ле, ле, ле. Дочь под ноги гляди, а не то споткнешься. Уходи, не уходи, а ко мне вернешься. На руке ты лилии, лепестками лилии. А это я, а это ты, судьба моя. Чему быть по линиям, все покрыто инеем. Но это жизнь, а это я, а это ты, судьба моя. Ай-ле-ле-ле, ай-ле-ле-ле. Ай-ле-ле-ле, ай-ле-ле-ле-ле. Ай-ле-ле-ле, ай-ле-ле-ле. Ай-ле-ле-ле. А легко ли будет нам, я сама не знаю. Я гадаю просто, кому ли мы гадаю. На руке ты лиги, лепестками лиги. Это жизнь, а это я, а это ты, судьба моя. Чему быть по линиям, все покрыто и не. Но это жизнь, а это я, а это ты, судьба моя. Ай-ле-ле-ле, 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 ай-ле-
Спасибо, Жорж. Так, ну если никто ничего больше ничего сказать не хочет, спеть, то переходим. Да, давайте перейдем в следующий зал для потребления. Так, посмотрим, что я сам не знаю. Итак, все, концерт окончен. Никто не расходится.